Торговля Ульяновской области к 2025 году должна выйти на новый уровень. На это есть 5 причин, а точнее 5 основных задач, которые губернатор Сергей Морозов озвучил накануне участникам Совета по развитию торговли. В регионе более 20 тысяч предпринимателей занимаются продажей товаров и услуг, а это примерно 45% от общего количества бизнесменов. Только за последние полгода оборот розничной торговли составил почти 100 миллиардов рублей, что на 103% больше по сравнению с прошлым годом. Самая главная задача – это продвижение наших производителей, используя существующую инфраструктуру торговую, наше взаимодействие с крупнейшими национальными, международными сетями и встраивание в кооперационные цепочки при выстраивании наших торговых отношений как на национальном, так и международном уровне. Первая задача касается продвижения товаров и услуг, которые производятся в Ульяновской области, причем как внутри региона, так и за его пределами и даже страны. Вторая нацелена определять рыночные ниши, перспективные продукты и товары, которые имеют спрос на национальном рынке. Третья задача связана с формированием действенных инструментов для стимулирования производства товаров и услуг. Четвертая предполагает создание закона о региональном лоббировании. Некоторые коллеги из разных контролирующих организаций, когда видят о том, как мы с вами все вместе начинаем лоббировать бизнес, начинают думать о том, что это почти запрещено. Весь мир занимается лоббированием. И это правильно. Последняя и одна из самых масштабных целей связана с формированием новых и развитием существующих торгово-логистических каналов или по-другому хабов. Сейчас в системе региональной торговли работает модель наставничества, когда большие компании за счет франшизы помогают, к примеру, организовать сеть мини-маркетов. Крупные торговые сети составляют для будущего владельца магазины бизнес-план, бренд-бук, закупают часть оборудования. Сергей Брянцев открыл бизнес в конце прошлого года. Сейчас на полках его экспресс-магазина 35% продукции местного производства. Я был на выставке, посвященную как раз-таки торговле, там компания «Метр» представляла свою франшизу, она меня заинтересовала, мы с ними пообщались, сделали экономическое обоснование, экономический проект, он меня заинтересовал, соответственно, приняли решение переделать магазин прилавочного типа в более современный формат самообслуживания. Новый вид придадут и большинству прилавков в районах области. Для этого в регионе разработана специальная программа. У нас программа как со следующего года будет новая. Именно по поддержке предпринимателей на селе, переформатирование всех их магазинов уже в такой вот формат мини-маркета, чтобы у них были, соответственно, уже соответствующие условия, соответствующие всем международным и современным требованиям. Чтобы ульяновские товары могли беспрепятственно войти в крупные торговые сети, в регионе также регулярно проводятся закупочные сессии. По итогам последней, которая развернулась в апреле на форуме «Сделано в Ульяновской области», контракты заключили на сумму более 90 миллионов рублей. Такая закупочная сессия прошла накануне в новом формате в одном из крупных строительных магазинов города. С участниками выставки перед началом совета ознакомился глава региона. Расскажи о своем производстве. Это что такое? Ну, вообще, это синтетические моющие средства. Угу. То есть, они очень хорошего качества. То есть, мы именно на качество давим, как бы, и на цену. То есть, в связи с этим, как бы, по-разному ситуация складывается в будущем. Ну, компания молодая. Объем большой производите? На данный момент нет. То есть, в районе 10 тонн в месяц. Закупочная сессия позволила торговой сети получить возможность ознакомиться с новыми товарами и потенциальными поставщиками, а предпринимателям – новые контракты на поставку. Рената Леолова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.